А теперь к другим темам. Контрафактное сливочное масло оказалось в столовых школ и детсадов Махачкалы. По данным МВД, должностные лица муниципального учреждения столицы с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла, но фактически отправляли пальмовое, вредное для организма и значительно дешевое по стоимости. Злоумышленники, закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его более чем в 3 раза дороже. Теперь их подозревают в хищении более 70 миллионов рублей. В настоящее время злоумышленники задержаны, ведется следствие.